Учебный фильм «Как собирать грибы». Так, смотрим. Нет ничего. Нет. 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 Тоже нет. Так, 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 так. О! О! Что значит «о»? Это я нашла. Классика. Сегодня шикарная погода, но грибов значительно меньше. Но иногда попадаете все-таки вот. Ну, срезай. Показывай, как правильно срезать грибы. Грибы срезать нельзя. Грибы нужно выкручивать по часовой стрелке, чтобы грибница потом не загнила. Вот, остается грибница. Ее закрываем. О, птички поют. А уже потом делаем все остальное. Обрезаем и кладем в корзинку. Вот такой. Ой, покажите, класс. Покажите. Сейчас. О, классический. Наклони его немножко на меня. О, а то вот еще сильнее наклони, а то он отсвечивает. Все. Вот такой шикарный грибок растет у нас. Учебный фильм закончен. Так, ну что? Урок. Учебный фильм по «Как искать грибы». Как искать грибы. Часть вторая. Так, так. Шли-шли, ничего не было. Потом нарвались на опят. Вон, полные корзины опят набрали. И вышли. А тут давай на увеличение. Так, ну-ка. О, один. Белый. Старый, правда? О, а вон еще один. О, а вот еще. А вон еще три. А вот еще два. А, вон еще один. И где? А. Вот еще два. И вот еще два. Если посмотреть, может, еще что найдем. Вот. Но это у нас не белый гриб. Это так называемый абабок. И к тому же старый. Но сейчас будем разбираться. Да. Ладно, это не так интересно. О. Все. Конец первого. Учебный фильм «Как искать грибы», часть третья. Ищем. Ищем, ищем. Я знаю, как искать свет. Поганки. Да? А ну-ка, да. Ищи. Вот, стоят у нас просто шикарные. Ну, проходи. Так. О! Есть! Ой, какой красивый! Слушайте, это просто какая сказка. Ножка. Вы посмотрите, какое чудо. Ну, что? Староват, наверное. Снимаем. Ладно, снимаем. Ой, его и выкрутить-то тяжеловато. Лопата нужна. Знаешь, он достаточно прочный. Хорош. Вот это вот так называемый абабок. Это близкий родственник белого гриба, но у него он такой же крепкий, такой же, ну, такой же по качеству. Тоже ножка у него на срезе не темнеет, но низ у него желтый. В отличие, особенно с возрастом, у молодых абабков он тоже почти белый, как у белого гриба. А у старых, это хороший, кстати, в отличие от предыдущих, это крепкий. Ну, да-да. Зато там было 7 штук. Ну, 7 угнилых, а это один, но крепкий. Они не гнилые, они были старые просто. Все. Конец третьей части. Ой, часть четвертая. Как искать грибы. Так, мы только-только сняли фильм, я убрал камеру, Света говорит, снова доставай. Потому что... О, какая красота! О, а вон там. Ой. А вон там вдалеке еще один. Покажи. Во. Сними с него это. О, какой! Ой, какая ножка! Сумма. А вот еще один. Ой, а вот еще один. Слушай, а так, мы здесь только что встретили мужчину с полной корзиной грибов. Думали, где он их набрал? Посмотрите. Вот. А, тут уже мелкие вон сгнили. Ой, это просто гигант! Но это чуть более старый. Да. Но крепкий, еще ничего. Пойдет. А этот крепенький, слушай, этот тоже. Надо покрутить головой по сторонам. Ну, все, прекращаем. Часть четвертая закончена. Будем искать грибы, хватит баловаться. А, красавец. А вот. Начинается. Часть пятая. У меня сил нету. Подожди, тут вон еще один. Где? Вот. Ой. Вот. Он. Ой, еще один. Так, вот тут какой-то гигант затаился. Мутант. Но он, скорее всего, старый. А тут... Вот еще два, смотри. Вот еще. О,
Этот покусанный слегка. Ну-ка. Ну, белые нравятся а всем. А вот это похоже белые. А это... нет, тоже обабки. Да, 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 они здесь все одинаковые. Да. Кстати, надо сменить эту. Что? Это какие-то цвета, как на слайдах. Надо баланс белого подкрутить. Так, это часть шестая уже. Я уже... уже, по-моему, седьмая. Тут белые пошли, а тут опята. Уже, мы уже их набрали. Ладно, уже брать не будем, только снимем. Вот, потому что невозможно. Почему хорошенький маленький вот набрать? Мне жалко вон. Это вставлять. А если здесь пройти? Вон. Вон сколько их. Ужас. Ужас. А вот. А вон, а вон. Да тут их... А вот полянка. Да, ты что делать? Что делать будем? Оставлять? Крепенькие. А? Крепенькие, хорошие опята. Да. А, вон, вон там еще. У меня все предложения. Их куча. Да.